правда волнующе, бац! Это кульминация вечера. Только не говори, что не ждал этого. Я-то точно ждал. Сюрприз! Часто слышал, что мне надо работать на телевидении. Такого пропустить нельзя, это будет просто взрыв. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Может, ты не остановил Бэтмена? Я? Это же был твой план, клоун тупой! Как так? Иди назад, чревовещателю! Тебе обязательно нужно все испортить, да? Избить бича, скормить пугало Кроку, поколотить Харли, что, кстати, мое хобби. И испортить мои чудесные ядовитые растения. Все кончено, Джокер. Кончено? Мой дорогой темный рыцарь, ты бредишь. Это только начало. Итак, всем привет, с вами Алекс Айкил, и мы продолжаем проходить Batman Arkham Asylum. Пришли мы, значит, на вечеринку Джокера, нас так здорово встретили на входе, а потом бабах, взрыв, и теперь нас пытаются поколотить два синтоловых здоровяка и еще кучка бандосов в придачу. Кстати, почему на вечеринку больше никто не пришел? Ах да, бича мы избили, Харли за решеткой. А пугало скормили Кроку. А Плющ... Ну, скажем так, она не скоро придет в себя.
Отлично сработано, Бэтс, ты выиграл приз. Твой старый друг, комиссар, как его? Ой, какой-то он уставший. Давай-ка его подбодрим! Бэтмен! Вот так! Теперь повеселимся, детишки! Боришься с изменениями? Так нечестно! Давай, сдавайся! Хочешь сыграть в бейсбол, Бэтс? А? Твоя подача! Щекотка-щекотка! Ты портишь мне вечер! Месяцы планирования псу под хвост! Я просто хотел, чтобы ты хоть раз снял эту мрачную маску и увидел мир таким, каким его вижу я, когда истекаю кровью и хихикаю. Но ты и этого мне не дал. Теперь мне просто незачем жить. Лечебница Арк-7 по-прежнему заблокирована. Персонал в руках бунтовщиков. Буквально 10 минут назад мы получили следующую запись. Приветствую тебя, Готэм, говорит Джокер. Архим теперь мой. Скоро улицы Готэма захлестнет невиданное безумие. Но сперва обрати свой взор в небо и узри смерть твоего темного рыцаря. Мы кружим вокруг башни уже. Подождите, он там. Джокер делает ход. Шоу начинается, Бэтмен! Дадите женщинам повод для пересуда! Два урода дерутся не на жизнь, а на смерть! Сегодня поприветствуем нашего приглашенного рыцаря! Ну давай, сделай что-нибудь! Выйди из себя! Только так ты сможешь побить меня! Ты ведь этого хочешь? Никогда! Растратил противоядие на себя? Помирить со смехом. С ума сойти! Но ты испортил мне все веселье! За это Архим захлебнется твоей кровью. Давайте станцуем танго! Подожди со своим танго. Двойной батаранг позволяет поражать батарангом сразу две цели. Использовать его повторно можно лишь спустя некоторое время. Улучшает батаранг комбо. Не особо мне теперь все это надо, конечно. Тебе конец, и все это увидят. Прошу меня извинить, Бэтс. Что, уже выдохся? Парни, я его для вас подготовил. Кажется, я выиграл раунд. Что скажешь, старик? От вот этих штук надо держаться подальше. О, что, вертолет Джека Райдера? Хватаем его. Отцепись! Иди ко мне, я соскучился. Дай только выбраться, я
оторву. Покажи свой лучший удар, Бэт! Думаешь, справишься со мной, не смеши? Тайм-аут, Бэт! Меня вызывает. Отпинайте его за меня, мальчики! Мне что-то скучно. По-моему, другого мнения быть не может. Я круче всех. Надо либо в электростенку этих ублюдков зашвыливать, либо бомбу рядом с ними взрывать. Отваливай. Ты попался, Джей. За это ты умрешь, Бэт! Какие у него когти, а? Поехали! Сделал бы себе маникюр, что ли? Я точно выиграю. Готов для нового раунда? Всегда готов. Что? Тебе никогда не победить. Никогда. Со мной все хорошо, Барбара. Полиция, наконец, взяла ситуацию в лечебнице под контроль. Врачи заботятся о раненых, но, похоже, это займет какое-то время. Все злодеи вернулись в камеру. И модифицированные токсином заключенные приходят в себя. Но для некоторых обратный процесс будет очень болезненным. Папа, а как ты? Я выживу. Увидимся вечером, Барбара. Жаль твою машину. Подвезти тебя? Спасибо, Джим. Доберусь. Отдохни. Ты это заслужил. Второй национальный банк ограблен Харви Дентом. Береги себя, Джим. Двое офицеры в каюте. Подозреваемый в трёх Ну что же, дорогие друзья, на этом прохождение Batman Arkham Asylum подходит к концу.
Хотя не совсем. Вы ведь помните, что мы оставили загадки Ридлера на потом? Так вот, их мы будем разгадывать в отдельном видео на моем втором канале. Ссылка на который будет в описании. Ну а что сказать про саму игру? Я даже не знаю. Это просто одна из лучших игр про Бэтмена и одна из лучших супергеройских игр вообще. Если по какой-то причине не играли сами, то обязательно пройдите. Ну а на этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, комментируйте и ставьте лайки. И не забывайте делиться этим видео с друзьями. А с вами был Алекс Айкил. Увидимся в следующих прохождениях. До новых встреч и пока-пока.